Поэтому то, что успеваемся до 10 вечера убиваем. Дайте бафы все, пожалуйста. Если все останутся, смогу задержаться на часик. Довести. Ну, к сожалению, уже без меня просто. Если останетесь. Все, пуляйте. Сначала трэш убиваем. Шаманы, ставьте эту тему своей. Тема. Ну да, кстати, вот эти коты любят ТТ выжирать, поэтому следите за ними. К хищнику. Защитник. Ну, кота зафокусим, ну, через клиф. Америке. Выйдите. Да, выбегайте. Там сейчас только ребята со сбитием коста после эфира. Повнимательнее. Эфир и кот появился. Каст, ага. Выбегайте, выбегайте из лужи. Значит, реально кот какой-то дикий вообще. Кота фокус. Все, выбегайте из лужи. Не надо. Уже поздно. Каст. А, ну хотя перерыв. Ну давайте под геры быстрее будет, значит, окей. Выбегайте сейчас. Сейчас он там. А, не, все нормально, оставайтесь там, где были.
На орка мут надо? На овка мут. Все, давайте перерывчик.
Прием. Прием. Че, ребята, уже пошли действовать? Ага, вижу. Кто-нибудь завтраков тыкните в шкаф? Ну что, рядом заводите? Потом. Все, крат тут проходим. Да, тут сугроб. Как? Нет, сугроб ты тагрите, все нормально. Главное, за этого дядю не трогайте. И второй сугроб зачем? Ну, заливайте этих червяков. Все, медики правых, правую часть ледышек разбивают с самого начала, РДД левую часть, потом босса в правую часть подводим и по команде БЛ сдаем и фигачим его. Все, хавайте, у кого еще еды и там нет. Смотри, готовность. Все, добавим пул. Разбиваем следующий, ребят. Все, грозу раздали. Все, лучи встали. Белл, давайте. Поехали фигачить.
Бал. Ну, точку раздавай. Сальву не дали. Все, ждем сугробы сейчас появится. На сугробы зашли. Все, ледыхи разбиваем. Тучу раздаем. Поднимите няшешься, да, этот самый Кредал. Угу. А, тьфу ты, ебая, ну чё я уже. Ну, короче, сейчас добейте. На офф надо кому-то? Двое штанов просить. Ну, ребят, линкуем, что на вас надето и сколько у вас уже кусков. Циферку. Пойдемте, ребят, расчистить. Заберите с него его с меня, пожалуйста. Перчатки на офф там.
пацаны с рандомами, что ли, на пожарном? Это о чем я прослушал? Кто куда собирал? Да пацаны, вон там пожарного убили. Десятка. Неплохо. Так, что там, сколько надо в туннель-то обычно? Человек 10, да? Да, все, хотя нет, тут не все, наверное. Сейчас, подожди. Давайте, короче, по хилам хочу пиццу и пинанс, давайте в тоннель. Ну, по танкам, соответственно, вкинулся. И по ДД. Третья, четвертая пати, кроме пропаганды. Вместо пропаганды давай фейс пойдешь. Так я что, на арене ставить? Да, остальные на арене. Все, давайте готовность. Мискам, когда убьете, йога плюс один. Че, го или дебэмпл? Да зачем добавил он? Погнали. Прохилили. Там рычаг, ага. Кто на арене стоит, в центр вставайте сразу. Погодите, я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Где я? Торим, мой повелитель. Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Их нужно остановить. Налево. Направо. Налево. Все, иди уже, пуляй большого. Ага. Налево. Все в мире. Под жопу. Вот этих берсерков на арене заливайте через фокус. Пробудители духа. У меня что-то из друидов есть здесь, на арене? Поднимите мага. Загр следим, под морду не лезем.
может пуджить, короче, с этих садов бафы хилищи их. Пуджите на арене, которые. Рассредоточно встали в комнате здесь. Мелких добить потом тоже, мобов. Мелких добиваем. Бежим лево-право, босса никто не трогает. Что, стали не все плохо? Босса никто не трогает, прыгайте вниз, помогайте. Тури ДПС не хватает. Ну я смотрю, а там быстро прошли, да? Слишком много заливается, заливается. Там пробудители пачка и три завоевателя, коста большая могу. Да, уже ложимся, короче. Ну, падайте, падайте. Парочку тел надо оставить какие-то, чтобы диспелили с пробудителей и избивали им каст, чтобы никто ничего не делал. Диспелил по КД по всем. Не покидайте все, у нас двухфакторный бейт, то есть S. Подальше отойди, а то сейчас запулится. Ты отсюда можешь лезть. Хардвелл, че стоишь? Релогаюсь, у меня ошибку выбило. Сейчас, ребят, 2 минуты, это хард. Оставите нам еще кого-то ДПС. Да-да. Давайте тогда останусь я. В тоннеле тогда все так же делается. Фубов. А, там еще бегут. Да, да, да. Перезаходит. Но вам попроси совуха не кастовать. Раз гроза. Что-то рога, походу, вообще вылетел. Не-не-не, залетаю. Просто нажал на портал и меня критануло. Бегу. Танки, у вас босс первый, кто будет забирать? Договорились? ДК.
ДК. Потом тогда в ДК все напулите, босс как спрыгнет. Ставите его в центр, лицом сюда, к нам. Мирики становятся сзади в два кемпа. Треугольником с танками. Да, хорошо. Все, го. Да, все готовы. Только не стреляйте в мобая, чтобы он на рейд не заходил. Всем что не хватает? Уже не важно. Всем что не хватает? Мидус добав. Труи добав. Слушай, Чак, тыкайте. Дверь там откроется кто-нибудь? Я открою. Заметочкой там следим. Но вы? Что это? Где я? Мой повелитель! Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Их нужно остановить. Первого тут светокастера заливаем. Пять. Сейчас налево. Под жопу все. Наверху, когда бьете, никто босса не трогает. Фейс пульнешь автоатакой. Сосредоточьтесь. Перед лицом не стойте. В угол заведи его, босс. Что это надо? Сторонам. Оба вы набейте. Пойдите. 12 ярдов. Аккуратно там в колонне молния еще бьет. Не подходите пока. Все, боссов ДК на пул. Все, рассредоточьтесь, милики. Два кемпа встаньте. Вот. Меня слева и вправо, вон там, в рогу. РДД по трое стоим. Далеко от друга, по трое, рейндж 12 метров. Все, смотрим в правом кемпе молния. Рога. Отойди чуть-чуть. Рога сейчас убьет. Нет, еще вода сюда. Угу, все, стоим дальше. Да, Геру, давайте. Да, Геру, запускайте. К
кем там фигачит сейчас молнией. Молнии смотрим. 2 секунды удар. Молнии, правый кемп. Все, может, на Фрейде чистится. Пойдемте, пойдемте. Этот лут линканут, не переживайте за это. Блять, птичек. Ой, птичек уже этих цветочки. Фокус большого. Дракон худо, фокусите и из этого, из тучки выйдите. Нормально.
Тут, короче, еще в цветке будет этот. Шея. Кому и снова сразу линкуется? На дис, в ГБ здесь все. Где его взгляды вроде не пулятся. Из Геза выйдите. Давай все-таки эти подземные. Лук. Первым убивается большой, а не маленький. А вот давай парочку вот эту справа, которая... Что-то не понял, где шеет. А, в начале. На первом, конечно. Где-то там. Хардвелл, ты писал, что тебе отойти нужно, а ты сейчас отходишь. Ну, хорошо. Если во время пула придет, то ты напиши просто то, что пришла, чтобы тебя не хилили, хилы не старались.
Так, короче, там это самое, по мастер аурам на мелких цветочках. Первый давай тогда пиццу, ты дашь. На второй вкинул. Или... А, нет, этот. Паузер пускай будет. А, подождет? Ну ладно. Да, я уже понял, я уже увидел. Все, давайте готовность. Так, ну все, пуляй. Так, тут еще... В общем, я на грозном клеточнике буду сидеть. На водяном давай... Сука. Это самое. Норик. А, тень. Да, не разливайте. Быстрее. Ну, не должно захилить. Справа, справа, ага. Этих залить одновременно надо. Изучай. Выбрать гормон чуть больше. Все, заливайте. Больше, больше дозвола. Топкас. Где его? Неделя там. Далеки вообще, да. Заливайте пока. Садитесь. Изучаю только вы. Отбегайте, когда у ХП будет. Так, давай там это... Мастер Ауру. В веке. Стоп-каст. И они замедляются мелкие. Замедляйте, если что. Вводите их вместе. Поднимите Чикатило. А, который этот самый крадел. Звучи, выйдите. Из Бима, да, выведите моба. Слишком далеко уводишь. Они должны вместе стоять. Стоп-каст. Убейте дерево. Дерево, да, отбивайте. В Лиме не стойте только. Ваш большой рот. А, с гневом там подальше отойди. Изучай. Да, давайте, добивайте. Падайте. Да, да, падайте, конечно. В Бим зайдите всем. Короче, рога, маешь яд на замедление, свапаешь кинжал, когда мелкий трэш, и я уешь. Яд с собой? От мелких надо отойти, когда они умирают. Когда умирают, они взрываются, наносят нормальный урон. И дерево не уводите в Деларан. Большое дерево всегда в центре должно стоять. Там гриб ищи, который максимально в центре, туда ставь его.